Здравствуйте. Теста сегодня не будет. Будет только посещаемость. Давайте через пару минут пришлю ссылку, если еще кто-то подойдет. Давайте поговорим про проекты. Значит, у меня такое предложение. Я сегодня вам расскажу численные методы. И со следующего занятия два семинара давайте потратим на защиту ваших проектов. Вам надо определиться, кто будет на следующей неделе защищаться, кто через неделю. А чтобы вам было проще, я вышлю Google Doc, вы там отмечаетесь, кто когда,
Давайте еще раз по поводу проекта, потому что очень много вопросов. Что требуется? Первое, значит, по поводу времени. 10 минут, не более. Значит, те, у кого численные методы. Ну, помимо того, что вы должны разобраться, что этот численный метод делает, как работает, плюсы, минусы, где хорошо, где плохо, вы должны взять какой-нибудь дефур, который вы можете решить аналитически, написать программу, численно посчитать и сравнить результаты с тем, что утверждает метод по поводу точности и так далее. Если у вас экономическое приложение, то вы рассказываете про модель, тоже плюсы-минусы, где она хорошо работает, где плохо. И тоже берете какой-то пример и на нем разбираете, что, как, почему. В экономическом приложении, поскольку это не численные методы, вы можете брать решения из статей, да, просто их взять. Но это был вот вопрос по поводу тех решений, которые ссылаются на уравнение теплопроводности, которые мы не умеем решать. Вот его можно просто взять как факт. Доказывать не нужно. Значит, чтобы у вас, если у вас численные методы отличались, вы можете и по поводу примеров тоже, чтобы у вас отличались ваши примеры, я в той табличке, где вы будете отмечаться, кто когда будет защищаться, сделаю еще... Сейчас отвечу на вопрос, договорю, значит, сделаю третий столбец, в котором вы можете будете указывать ваш дефур или пример, который вы будете разбирать, ваш частный случай, чтобы остальные могли посмотреть, сравниться, что у них что-то другое. По поводу тех, кто в команде из разных групп. Значит, те, кто из разных групп. Вы должны выбрать... Ну вот у меня в пятницу 3 пары подряд. С 13.40 до 18.00. Вот мои 3 пары. Вы должны определиться, в какое время вы придете, чтобы оказались все вместе. Я надеюсь, что вы как-нибудь справитесь с этой задачей. В экономическом методе нужен код. Нет. Ну, в смысле, даже, по-моему, Excel. Какой код? Если вы найдете код, можете написать код. Я не против. Так, остались ли еще какие-то вопросы по поводу проектов? А если несколько человек в команде, там каждые 3-4 минуты рассказывают? Ну, либо так, либо, я буду в любом случае задавать какие-то вопросы, вот ваш, каждый что-нибудь ответил. Ну, каждый может рассказать, не знаю, один рассказывает какую-нибудь теорию, второй, может, показывает код. Ну, короче, как вам удобно. Ну, все должны как-то в этом поучаствовать. Так, еще вопросы есть? Я вам присылаю ссылку, чтобы вы отметили посещаемость. А что будет, если все захотят? Да, это понятная ситуация. Значит, мне придется вас как-то насильно заставлять пораньше. Но мы точно не можем все ответить на один семинар. Так что придется кого-то все-таки... вынуждать это делать на следующем занятии. По какому принципу будет принуждение? Не знаю. Я еще не думала об этом. Пока я живу в розовом мире и надеюсь, что... вы как-нибудь все-таки сами решите этот вопрос. Ну, как бы все равно защищаться надо.
Как мне сказали другие студенты, все равно все будут делать в последний день. Поэтому какая разница, какой именно? Нет, естественно, это будет не вечером четверга, а накануне. По оценкам за контрольным. Ну, может быть. Давайте пока посмотрим, какое будет распределение. Может, все-таки все не все так плохо. Может быть, я сделаю поощрение. Плюс балл к тому, кто защищается раньше. Может, это простимулирует. А по поводу оценки. Значит, за проект 10 баллов максимально. Если что, напоминаю, он идет с коэффициентом 0,3. Так, что еще? Я что-то не поняла, почему вам не выдали домашнее задание. Ну, не выдали, не выдали. Может, еще выдадут. Вот. И еще больше я не поняла, просто у разных студентов разное восприятие того, что происходит на лекциях. Что у вас было на этих самых лекциях? Вроде как какие-то численные методы были. По поводу плюс баллы. Давайте вы распределитесь, а я посмотрю, что происходит. Не уверен, что я буду делать плюс баллы, просто потому что, мне кажется, и так все будет. У меня нет цели вам поставить плохие оценки за проекты. Если я еще буду плюс баллы за то, что вы сдаете на неделю раньше, совсем перебор. Так. Ссылку на... Так я еще не создала. Ну, давайте это делов-то. Готово. Сейчас. Так, но у нас сегодня, значит, семинар посвящен численным методам. Я думаю, что мы его закончим раньше времени, если у вас особо никаких вопросов не будет. Ну что, поехали. Я помню, что я вам что-то начинала рассказывать. Давайте я еще раз повторюсь то, что рассказывала, ну и дополню то, что не рассказывала. Что мы решаем? В первую очередь мы пытаемся решать вот такой дифур. Y' равно чего-то там плюс начальное условие. То есть чисто теоретически у нас через начальное условие, ну не теоретически, у нас есть теорема, да, которая говорит, что через... начальное условие проходит единственное решение при каких-то там условиях. Но мы сейчас рассматриваем, что вот те самые хорошие условия, функция f, сколько нужно раз дифференцируемая, все хорошо. В общем, нам просто хочется найти значение нашего решения в другой точке. Чтобы дойти до другой точки, мы будем резать наш отрезок от x0 до x1 на какие-то шаги. Вот сейчас я пока буду подразумевать сразу, что вот x1 где-то рядом. То есть расстояние от x0 до x1 h.
В табличке, да, да, должна быть одна команда. Значит, и мы считаем, что x1 как раз вот рядышком сидит, и мы хотим посчитать значение в нем. Если бы мы могли просто взять да проинтегрировать эту функцию f, то все было бы хорошо, мы нашли бы честное решение аналитически, и ничего не пришлось бы тут мучиться. Но обычно f от xy у нас, ну, во-первых, там y обычно присутствует, что усложняет нам жизнь, и мы этот интеграл посчитать не можем. Ну, либо вообще считать не можем, почему-то все забыли. Ну, и функции не все интегрируемые. Ну, в общем, понятная идея. Интеграл не всегда можно взять. И все численные методы по поводу дифферов, они связаны с вот этим вот пунктом. Как так взять этот интеграл, чем его заменить, чтобы его как-то посчитать? Значит, первый вариант – это взять самый простой способ. Это взять функцию f, которая у нас под интегралом, и разложить в ряд Тейлора и взять h нулевое приближение. Берем нулевое приближение, это наше само значение нашей точки, плюс какой-то остаток. Так, давайте сейчас я попишу, порисую. Значит, если мы берем само значение, изменяем функцию f на это значение, то на самом деле для определенного интеграла на отрезке это означает, что мы площадь под графиком заменяем прямоугольником. Так, сейчас я нарисую. Вот у нас а, b, ну это x0 и x1. Я в общем случае. Вот у нас есть какая-то наша функция честная, и мы заменяем вот это значение, берем, умножаем, ну заменяем нашу f на f в начале отрезка. Заменяется вот на такой прямоугольник. Еще называется метод прямоугольников или формула прямоугольников. Конкретно в данном случае, поскольку мы берем левое значение, да, левое значение, значение в левой точке, то еще называется формула левых прямоугольников. Ну, аналогично бывает правых, если мы в правом конце берем. Но у нас, да, история какая? Мы знаем функцию здесь, нам начальное условие дано, в правой точке мы ничего не знаем, поэтому правые прямоугольники точно не для нас. Ну, а вообще, если мы говорим про определенный интеграл, и если уж брать прямоугольники, то все-таки лучше где-то в середине брать. Все-таки более точная штука будет. Ну, хотя тут в любом случае прямоугольник — это так себе замена. А что значит третий круг? Это у кого численный метод, там нужен пример. И вот напишите туда, какой пример вы будете разбирать, чтобы ни у кого не повторялся. Вернитесь ко мне с этой таблички. Потом запишитесь. Итак, мы представляем нашу функцию в нулевом приближении. Это остаток в форме Лагранжа, остаточный член в форме Лагранжа. Напоминаю, f это был y штрих, поэтому вот это все хитро записано, y2 штриха. Ну, это f штрих для функции двух переменных, да, а f' штрих это y штрих, поэтому это y2 штриха. Если это так, y2 штриха в точке xy, да, в какой-то там точке от x0 до x. Если мы так заменяем, то подставляем это в интеграл. Что у нас получается? Интегрируем константу. Интеграл от константы – это константа умножить на длину отрезка. Да, мы предполагаем, что наша длина нашего отрезка – это h. Получаем f в начальной точке умножить на h. Интегрируем вот это все. y2 штриха от xy от x не зависит. Выносим его. Сейчас надо проинтегрировать x минус x ноликовое. Ну, интеграл дает x минус x ноликовое пополам. Да? Подставляем x1. Получаем h в квадрате пополам. Это наше второе слагаемое. Ну и мы тут не просто так это брали, мы вообще хотели все это выкинуть, считая, что, предполагая, что это очень маленькое, и оно нам не нужно. И в таком случае мы предполагаем, ну, пишем формулу, по которой будем считать значение в соседней точке. Это y равно наше предыдущее плюс h на значение наклона, да, в предыдущей точке. Давайте я очищу.
и на графике покажу. Значит, вот мы что считаем? Мы смотрим, F — это наш Y-штрих, то есть тангенс угла. Еще раз, откуда нулевое приближение было? Мы взяли функцию F, разложили в ряд Тейлора и взяли нулевое приближение. Ну, то есть сказали, что это значение нашей точки, все остальное отбросили. Это, ну, как мысли откуда? Мы решили, что нам это сойдет с рук, и сделали это. Это грубо, но вот как пытались, так и пытаемся вот решить. Так, возвращаемся к графику. Значит, F — это был тангенс угла наклона, да, это Y-штрих. И вот мы вот этим другим приближением говорим, что мы пойдем по касательной. Да, у нас, естественно, появляется некая ошибка. В следующей точке мы говорим, так, у нас здесь есть опять тангенс наклона, ну, которая F, да, дано нам, подставляем и опять по касательной идем. И так далее. У нас ошибка у нас... Давайте сначала для линейного. То есть если у нас точное решение это прямая, то, конечно, метод Эйлера работает на 100%, потому что он идет по прямой. Если у нас решение нелинейное, то ошибка есть, и чем больше вот эта выпуклость нашего графика, тем больше вот это расхождение между, да, линейной частью и нашим истинным решением, и оно накапливается. Вспоминаем, что мы это делали для одного шага, нам нужно так по каждому шагу пройтись, ну, вот формула, я думаю, понятно, да? На каждом шаге делаем одно и то же. Давайте вернемся к этому слайду. Раз уж все равно я писала вот этот вот h квадрат пополам, раз я его писала, давайте ее посмотрим на него. Это то, что мы отбрасывали, да, вот я его зачеркивала. То есть это та часть, которая составляет нашу ошибку, нашу погрешность. Если у нас y, ну мы считаем, да, достаточно раздифференцируемая и так далее, на отрезке x0, x1 дифференцируемая, значит, непрерывная на отрезке достигает максимума, значит, вот эта ошибка по модулю не превосходит вот этого максимального значения второй производной на h квадрат пополам. Это ошибка на одном маленьком шаге. Если мы делаем, да, у нас есть отрезок от А до Б, мы разбиваем на n шагов, то полная ошибка за n шагов, соответственно, n умножить на n, h квадрат пополам. Но n на h – это длина нашего отрезка. Да, как раз n раз по чуть-чуть сходить – это все, что нам нужно было пройти. То есть это все большой этаж. Это погрешность нашего метода. Так, убираем все это. Ну хорошо. Поняли, как это работает. Давайте рассмотрим пример. Вот у нас пример. Y' равно x плюс y. Y в нуле единица. Мы на этом примере будем сегодня смотреть всякие разные методы. Решаем его. Мы его решать умеем. Если нужно напомнить, как решать, напишите или скажите, можем всегда разобрать. Но я считаю, что вы все должны уметь это решать. Значит, там общее решение, потом варьируем константу, находим полное и подставляем начальные условия, чтобы найти константу интегрирования. Так, и про... Вот наше точное значение. Мы от 0 до 1 идем шагом 0,2 и применяем вот тот самый метод Эйлера и считаем значение, которое он выдает. А EN — это относительная погрешность. Давайте я запишу. То есть это точное минус то, что мы получили на точное. В процентах. Ну, то есть умножить еще на 100. И видно, что у нас ошибка, да, погрешность накапливается. Но вот как раз про то, что я говорила, вот у нас тут экспонента в решении есть, и она выпукла, так, нехило, я не очень математически сейчас выразилась, но к тому, что если мы каждый раз ходим по прямой, то мы все больше и больше отдаляемся от нашего исходного экспонента. Да, экспонент — это бесконечный степенной ряд, а мы каждый раз только берем первую степень многочлена. Поэтому у нас ошибка каждый раз реально увеличивается. Если бы функция
хотя бы, ну, не экспонента, а хотя бы как-то меняла свою выпуклость и иногда приближалась к линейной, ну, тогда еще, может быть, временами наша ошибка была не такой плохой. Но мы все равно заранее не знаем, какое у нас решение. Я имею в виду, когда мы решаем те фуры, которые мы не можем решить руками, а решаем сразу численно, мы же не знаем, что там в ответе. Окей. Если нет вопросов, можем усложнять нашу жизнь. Берем. Ну, понятно, да, что погрешность порядка h — это, конечно, так себе. Берем и улучшаем наш метод. Улучшенный метод Эйлера. Мы теперь заменяем вот этот интеграл на полусумму значений в концах. Давайте. То есть, в принципе, интеграл от а до б, если у нас есть какой-то график, мы заменяем на трапецию вот такую. Отсюда его название – метод трапеции. И площадь заменяем вот на эту площадь. Полусумма значений на концах на ширину отрезка. Ну, он должен быть лучше, да, лучше, чем прямоугольник, который мы до этого рисовали. Но есть проблема. У нас здесь появился y от x1 в правой части, который мы не знаем. А мы знаем только y от x0. И его надо как-то тут считать, подставлять. Обычно делают так. Вот этот вот в этой части y от x1 мы считаем по обычному методу Эйлера. Вот эта строчка. То есть мы считаем так, как если бы мы считали по касательной шли. Да, прогнозируем наше значение, оно предполагает, что будет такое, и мы его как бы корректируем с учетом того, что будем считать не прямоугольником, а трапецией. Ну, давайте прикинем, сейчас я это сотру, это будет не мешаться, прикинем погрешность. Сейчас будет много всяких вычислений. Значит, я хочу посчитать разность между вот тем, что мы берем. Я напишу как функцию от x, x минус x ноликовая, вместо h. Ну, то есть вместо x1 везде x, чтобы у меня была функция. F нолика — это в точке x ноликовая, плюс f от x — это то, чем мы заменяем минус сам интеграл от x ноликового до x, f dx. Чтобы оценить нашу погрешность, тоже разложим в ряд Тейлора. Ну, давайте считать. В точке x ноликово. Мы раскладываем около точки x ноликово. Смотрим, подставляем. Тут 0, тут интеграл от x ноликово до x ноликово тоже 0. Это 0. Хорошо, берем производную. Берем производную. Тут произведение. 1, 2, f ноликовое плюс f плюс x минус x ноликовое пополам на f штрих. Минус производная от интеграла по верхнему пределу, да, это значение в этом верхнем пределе. Подставляем x ноликовое. Тут второе, понятно, да, x ноликовое минус x ноликовое сокращается. Тут f превращается в f ноликовое, 2f ноликовое пополам от f ноликовое. И тут минус f ноликовое, когда подставим x ноликовое. Значит, тоже 0. Все сократилось. Окей, берем вторую производную. Так, это константа, значит, 1, 2 f'. Тут опять произведение 1, 2 f' и плюс x минус x0 пополам на f2 штриха минус f'. Так, вот эти половинки сразу сокращу. Что у нас в x0? Подставляем, получаем 0. То есть у нас тут и первое, второе. Ой, тут вторая производная. Ну что, давайте третью. Сейчас будет победа. Берем производную от третьей. 1, 2, f, 2 штриха, плюс x минус x ноликовое пополам f, 3 штриха. В общем, в случае в x ноликовое это не 0. Да, это 1, 2
Это одна вторая F2 штриха в X0. И, значит, мы можем записать, но только мы запишем R. Это 0, 1, 2, 3. Остаточный член, там формула Лагранжа, как обычно. Значит, там будет какой-то кси. А вид такой же, как если бы мы следующий член посчитали. Ну, помните, да, как выглядит остаточный член? И давайте его оценим. Значит, вот это наша ошибка, давайте его оценим. А, что у нас есть? У нас есть одна вторая производная F какой-то точки. Напоминаю, F было Y-штрих, поэтому для Y это третья производная. И мы, если третья, то это x минус x0 в кубе на 6. И подставляем x1, да, на всем отрезке. Это h в кубе на 6. Ну, короче говоря, тоже y в 3 штриха можно какой-нибудь там константы ограничить. h в кубе на 12. Итого. Напоминаю, это на одном шаге. Мы делаем n шагов. nh у нас превращается в длину отрезка. Поэтому полная ошибка у нас порядка h в квадрате. Ну, уже получше. Ну, так и должно было быть. Так, я могу стирать это все? Ладно, стираю. Итого. Значит, наш улучшенный метод. Мы прогнозируем точку обычным методом Эйлера и само значение уже подставляя, ну, корректируем, исходя из прогноза наше значение. Он уже, естественно, лучше. Смотрим на тот же самый пример. Вот наша относительная погрешность. Ну, видно, что результаты получше. Но тоже ошибка накапливается. Тоже по понятным причинам. Если просто в методе Эйлера мы как бы шли по прямой, да, но мы как бы под интеграл на константу заменили, проинтегрировали, получилась линейная функция. А сейчас мы как бы взяли под интегралом на линейную функцию, заменили, после интеграла это квадратичный полином, но все равно от экспоненты далек. Ну, что мы можем сделать дальше? Можем опять улучшить вот этот интеграл. Мы заменяли на константу, на прямую. Следующий шаг — заменить на параболу. Наш интеграл. Вот наша функция какая-то. Я такую наобум нарисовала. Берем и строим по трем точкам. По двум крайним и в середине. То есть берем три значения функции и по ним строим параболу. И заменяем, соответственно, нашу функцию на параболу. Эта формула называется формула Симпсона, когда мы заменяем на параболу. Вот у нее тут есть, ну, у меня выписана формула. Уже выводить ничего не буду, никакие погрешности. Это муторно. Что здесь есть? Опять же, разбираемся. У нас есть y от x1, да, в правой точке, мы его не знаем. И еще появилось в середине. В середине мы тоже не знаем. И в зависимости от того, как мы будем их считать, вот эти в середине и в конце, ну, получается разная точность и разные формулы. Это все метод Рунге-Кутте. Соответственно, если по-разному приближают вот эти значения в середине и в конце, получаются разные методы Рунге-Кутте. Давайте сейчас уберу. Значит, Рунге-Кутте третьего порядка. Ну, соответственно, он O от H в кубе. У нас линейная комбинация вот таких приближений, то есть мы считаем в левом конце. Учитывая то, что мы спрогнозировали в левом конце, мы считаем в середине. И исходя из того, что мы посчитали прогнозируемые в начале и в середине, считаем в конце. И все это берем с разными коэффициентами.
Можно взять по-другому. Можно посчитать в левом конце, можно, учитывая это, то также посчитать в середине, но можно в середине еще пересчитать, учитывая то, что мы получили. То есть еще более точно скорректировать. Ну и потом в правом конце и тоже с разными коэффициентами это взять. То есть мы, грубо говоря, смотрим, ну, во-первых, линейное приближение, как обычно, просто по прямой пошли, посмотрели, так, мы должны были бы попасть сюда. Смотрим, что если бы попали сюда, пошли бы, ну, подставили это значение, куда бы мы пошли. Смотрим, мы пошли там, не знаю, повыше, учли это и взяли несколько повыше, там, ну, если для двух, там, среднеарифметическое. Я сейчас про саму идею, не про конкретные все коэффициенты. То есть если у нас функция пошла как... мы понимаем, что у нее рост выше, то мы берем не просто по прямой, а что-то среднее между ними. И можно так посчитать, еще изучить, насколько она там растет, и опять какой-то, ну, вот, да, как раз линейную комбинацию. Что-то среднее между всем, что мы спрогнозировали, берем. Ну и вот, вот у Рунге-Кутта четвертого порядка очень хорошая точность. Вот у нас все тот же наш пример. Можно посмотреть на относительную погрешность. Он действительно хорошо работает, он оправдан. Что-то я хотела тут сказать. Забыла. Ну ладно. Может, потом вспомню. По поводу линейных уравнений, ну, есть понятно, что можно брать и больше, там, у пятого порядка и так далее. Там уже сложность выше, расчетная сложность больше, точность, конечно, лучше, но считать больше, да. Ну, как всегда, вопрос приоритета. Вот четвертый порядок — это такая золотая середина считается. Так, едем дальше. Но в нашей жизни есть не только уравнение первого порядка. У нас, например, есть система, еще есть уравнение второго порядка, третьего порядка. А любые уравнения более высокого порядка всегда можно свести к системе. Я вам уже показывала, как это делается, но давайте еще раз напомню. Мы все промежуточные производные новой буквы обозначаем, у нас получается система из первых производных. Да, вот для третьей можно взять y' заменить, потом y2' заменить, и останется y' равно от всех предыдущих переменных. Хорошо, значит, нам нужно разобраться с системами. Системы, ну, давайте разберемся для двух. У нас x' и y' какие-то функции. Штрихи — это производные по t в данном случае. У нас по-прежнему есть начальные условия. Что можно? Можно делать все то же самое. Например, взять метод Эйлера. И для каждой, для x и для y рассчитывать по методу Эйлера. Да, сказать, что это как бы нулевое приближение, проинтегрировали. В общем, идем по прямой, по касательной. А все вот эти погрешности остаются теми же. То есть метод Эйлера дает OATH для расчета. Берем примерчик. Вот взяли дефур второго порядка, начальные условия. Опять же, если вы забыли, как это решать, можете написать, мы можем разобрать. Но в целом мы такое решали. Да? Берем сначала однородные, решаем, получаем тут косинус 2t, синус 2t, потом ищем частное в таком-то виде, подставляем, находим, и потом у нас там, поскольку две константы интегрирования, начальные условия подставляем, считаем, находим константы. В общем, точное решение вот оно. Чтобы решать численно, нам нужно к системе свести. Да, заменили y' на x, x', соответственно, все вот это вот в другую сторону принесли, получили систему и прогоняем вот этот метод Эйлера. Значит, у нас есть вот точные значения, у нас есть посчитанные, у нас вот есть относительная погрешность. Смотрим на нее внимательно. У нас начинается со 100%, потом очень-очень большие, хоть и падают, где-то тут еще терпимо, и потом опять растет. Почему так происходит? Есть ли у вас какие-то идеи?
Вы со мной еще? Ну, хоть какие-нибудь идеи, почему все так плохо? Почему вначале такая огромная ошибка? На ноль поделили, да. Помимо того, что поделили на ноль, давайте я вам графичек, наверное, нарисую нашего точного решения. Значит, y от t. При t равно нулю у нас ноль, потом что-то как-то растет в пи пополам, у нас пи пополам минус одна треть. Да, в пи не плюс одна треть. Плюс одна треть, а в пи уже отрицательный, минус одна треть. Ну, короче, как так вот в начале. И... А что там в отрицательный? А, ну, у нас счетный. Тут гладенько должно быть. Короче, вот здесь вот около нуля мы еще стартуем. Что у нас ноль, само значение и производное само тоже нулевое. Что нам говорит Эйлер? Да, мы говорим, так, у нас наклон нулевой, мы пошли по горизонтали. Да, он же, что, какой наклон, туда и пошли. Мы идем по нулю, то есть наша функция не меняется, как была нулем, так и осталась нулем, а на самом деле наша функция очень-очень резко возрастает, ну вот около нуля. Вот эта разница и дает очень большой разрыв. Вот тот самый случай, когда у нас выпуклость очень большая, а Эйлер всегда идет по прямой. Поэтому у нас такая большая ошибка. И где-то здесь, ну, где-то что-то около пи на 4, я думаю, да, как раз где-то что-то вот около 0,8. Наши косинусы уже из резкой выпуклости переходят довольно... Ну, такое, что-то похожее на прямую, да, в этом участочке. А как раз около прямой метод Эйлера работает неплохо, и наша ошибка уменьшилась, да, вполне приемлемой. А дальше опять у нас происходит большая выпуклость, меняется, и из-за этого опять нарастает ошибка. Понятная идея? Я сейчас про идеи не даю таких строгих. Окей. Ну, поехали дальше. Значит, ну, можем применить метод Эйлера, можем применить Рунге-Кутте. А Рунге-Кутте все то же самое, просто у нас тут, поскольку две переменных, поэтому в два раза больше функций, в два раза больше вот этих индексов, но ничего нового, все то же самое. Значит, применим к тому же примеру, и, ну, видно, погрешность хорошая. Также вот этот метод, это я применяла четвертого порядка, написан, который формула, это и для системы остается верхним, тоже четвертого порядка. Так, хорошо. Заметьте, сейчас вот мы кучу-кучу методов пробежались так быстренько. И для системы, и не для систем. Они все называются одношаговыми. Почему? У нас каждый расчет нового значения, ну, в следующей точке, опирается только на значение предыдущей точки. И, ну, вот, то есть только то, что было раньше, на один шаг назад. Но вообще говоря, можно использовать многошаговые методы, когда мы опираемся не на одно значение, что было в предыдущем, а на несколько, на два, на три шага назад. Ну, в общем случае, если мы опираемся на k предыдущих точек, то это k-шаговый метод. И, соответственно, вот этот самый интеграл, который мы все пытаемся как-то приблизить то одним, то другим способом, мы заменяем на линейную комбинацию значений в k предыдущих точках. Смотрим значения и берем с какими-то коэффициентами. Все вот этот метод называется метод Адамса. Все лямбды-коэффициенты
они есть. Вот я тут привожу прикара 2, 3, 4. Все можно легко найти. Кажется, в Википедии даже есть. Если k равно единице, ну, понятно, что это мы отправляемся к случаю одношагового, и это просто метод Эйлера, да, с лямбда равно единице. Просто частный случай. Неинтересный. Значит, что мы тут говорим? Мы тут говорим, что, ну, например, для двух. Пусть будет для двух. Значит, значение в следующей точке, значение в предыдущей, плюс h, 3 вторых, f, xn, yn в предыдущей, минус 1 вторая, f в предыдущей. Поскольку значение yn плюс 1 явно выражено через предыдущее значение, то такой метод называется явным методом Адамса. Бывают еще другие. Мы можем k точек рассматривать не все предыдущие, а, например, k минус одну точку предыдущую, а одну последующую. Сейчас я это уберу. Вот, видите, у меня поменялся индекс от 0 до k минус 1. То есть мы рассматриваем k минус одну точку до и одну следующую. И тогда, если я запишу то же самое, yn плюс 1, ну, тоже для двух. Yn плюс h, 1 вторая f, это вот следующая точка, плюс 1 вторая предыдущая точка. И получается вот это уравнение, это на уравнение на yn плюс 1. Оно у нас есть здесь и есть здесь. Да, неявно заданное уравнение, поэтому называется неявный метод. Кстати говоря, если вы приглядитесь конкретно для k равны 2, то, что мы написали, мы это уже писали, метод трапеции, да, взять полусумму на ширину. Так что это частный случай модифицированного случая, модифицированный Эйлер. Так вот, так же, как и в модифицированном методе Эйлера, помните, что мы делали? Нам же надо как-то это считать. Явно решать уравнение относительно yn плюс 1 ну, почти никогда не решается. Поэтому надо что-то придумать. Помните, что мы делали? Мы прогнозировали по старому методу, а потом его просто подставляли и находили такое скорректированное значение. Здесь делают обычно то же самое. То есть мы вот здесь находим, используя явный метод Адамса, да, прогнозируем, получаем значение, сюда его подставляем. А потом, ну, вот, а сюда в неявном методе мы уже корректируем вот с этим, с учетом этого прогнозируемого метода. Давайте я беру все это, покажу следующий слайд. Значит, для k равно 4, вот я написала все эти коэффициенты, бла-бла-бла. Значит, мы это явный метод, да, по четырем предыдущим точкам. Мы прогнозируем значение, а потом берем неявный метод, да, со своими коэффициентами. И вот там, где надо было посчитать в нашей точке, которую мы еще не знаем, вот это вот прогнозируем и подставляем. Вот эти методы, сочетание прогноза и коррекции, во-первых, называются методы прогноза и коррекции, predict, correct, если на английском, неважно, они дают вообще от h в пятой. То есть прям очень хорошая точность. А что еще из плюсов таких методов? То вот мы тут... Есть у нас значение f в предыдущих точках. Мы их можем просто хранить и все. А в отличие от лонгикута, когда мы их все время пересчитываем. Но есть, да, недостаток. Если мы, например, используем 4, для k равно 4, да, по 4 предыдущим точкам, то, конечно, если мы на 10 шаге, то у нас все хорошо, у нас есть 4 предыдущих точки. А если мы в самом-самом начале, и у нас есть только начальные условия, то нам эти первые 4 точки надо как-то еще получить. Но обычно их получает сначала, например, лонгикуты, а потом, начиная там, с 4-5 точки, уже можно применять вот эти сочетания явных, неявных методов и так далее. Ну, в общем, я рассказала вам все, что я хотела рассказать.
Если у вас есть вопросы, задавайте. Нет вопросов. Так, я вижу ваше стремление на 22 мая. Придется с этим что-то делать. Я подумаю, что с этим делать. Если у вас никаких вопросов нет, то я думаю, что какие темы будут на экзамене? Какие темы будут на экзамене? Вообще, те, которые были на контрольной, может быть, какие-то еще разностные уравнения добавятся. Ну, как численный метод туда не засунуть, это ж, непонятно, как туда засунуть, да и это не, вообще-таки не основа нашего курса. Вот, но в целом про экзамен все очень непонятно, потому что вот я спрашивала у лектора, он еще как-то не готов думать про экзамен, непонятно в каком формате. Ничего не понятно. Разностных. Нет, Егор, вот такое не будет приниматься. У нас есть методы, которые рассказываются на семинарах и которые вы должны овладеть, чтобы писать явный ответ, и это подразумевается решением. Переформулировка задачи через матрицы и не нахождение явного решения, это значит нет решения. Так. Есть ли еще какие-то вопросы? Нет вопросов? Ладно. Тогда можем закончить. Я подумаю, естественно, я это скажу не в четверг вечером, не переживайте. В крайнем случае всегда можно, у нас еще 29 есть мая, вряд ли лектор начнет там тему частных, уравнений в частных производных. В общем, посмотрим. Тогда я думаю, что все на сегодня. Спасибо. Всем до свидания.